Приветствую вас на канале «Приятные сюрпризы своими руками». Сегодня я покажу обзор развивающей книжки из фетра. Для работы я использую хлопчатобумажную ткань, фетр, разные ленточки и тесемки, бисер и разноцветные нитки. Данная книжка предназначена для детишек возрастом от 6 месяцев до 2 лет. Все элементы имеют крупный размер, крепко пришиты и не имеют съемных элементов, не потеряются, а самое главное, не попадут в рот. Книжка размером 13 на 13 сантиметров. Она легкая по весу, ее можно взять с собой в дорогу, в поликлинику и на природу. Все детали на ленточках, и ребенок их не уронит и не потеряет. Играя с ребенком, можно показать, как выглядит целое яблочко и как оно будет выглядеть, если его разрезать пополам. В данной книжке размещена игра «Половинки». Половинки учат ребенка складывать из двух частей целое изображение, знакомит с предметами окружающего мира, развивает зрительное восприятие, а также мелкую моторику рук и координацию движения. Если книжка испачкалась, ее можно постирать. Еще не умея читать самостоятельно, ребенок учит само понятие «книга». Если вам понравилось данное видео, ставьте лайки, оставляйте комментарии и не забывайте подписываться на канал. До новых встреч!